Всем привет! Это 10-й выпуск. В предыдущем выпуске я вам рассказал об 1/16 длительности ноты. И мы играли упражнение из 2/8 нот, состоящее, и 4/16. И оно должно на сегодняшний, на данный момент звучать следующим образом. Сейчас я хотел бы применить глушение струн к 1/16 ноте. И получается следующее. Еще раз сыграю это же самое. Вот такое получилось упражнение. А сейчас, если соединить простейший гитарный бой, который состоял из 4/8 нот, и мы применяли глушение 3/8 ноте, и звучало оно следующим образом. И подставим к нему сегодняшнее упражнение с глушением на 1/16 длительность, и получилось оно так, то получится вместе, все вместе получится следующее. Еще раз. Еще раз. А сейчас зациклю, два раза сыграю это же. Вот такой гитарный бой у нас получился. Ну, вторая часть, то есть сегодняшняя, да, которая была, она вообще-то элемент, можно сказать, перехода, то есть играя последний такт в куплете песни, например, и применить в последнем такте вот этот элементик, и получается, как бы, чтобы не монотонно звучал бой без гитары, что в куплете, что в припеве, как-то разделить, сделать разделение между частями, можно применить вот это простое, элементарнейшее. Вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Делитесь с друзьями, знакомыми, родственниками. Спасибо и до встречи.